Здравствуйте, уважаемые зрители видеоканала «Планета Дзюдо». С вами Роман Карасев, и сегодня я сделаю небольшой видеорепортаж о мероприятии, которое проходит в районе Северное Чертаново, метро Южная Москва. Организатор мероприятия Али Алибейли. Он проводит уже не первый год интересное детское мероприятие, точнее даже это больше праздник. И этот праздник посвящен памяти Дегора Кано. В мероприятии принимают участие совсем юные дзюдоисты. В этом мероприятии они борются друг с другом, показывают свое мастерство, которое они наработали в процессе тренировочных занятий в различных клубах дзюдо Москвы и Московской области. Ну, в процессе нашего видеорепортажа вы увидите, как юные дзюдоисты борются, а также мы постараемся сделать несколько интервью с тренерами, которые привезли сюда своих юных дзюдоистов. Смотрите видеоканал «Планета Дзюдо». А если результат там вообще безоговорочен? Поэтому у нас и там... Я думаю, что я бы... Здравствуйте, меня зовут Алибейли Али, тренер дзюдо. Школа Чертаново, мероприятие памяти Дегора Кано. Мы проводим вот два раза такое мероприятие. Приезжает к нам Москва, Московская область, знакомиться, борется. И с тренерами тоже мы общаемся, знакомимся. Добрый день. Меня зовут Струев Иван Владимирович, клуб «Спортлофт», город Химки, Московская область. Привез своих троих новичков, возраст 10-11 лет. Это их первые соревнования, первый такой день борьбы с награждением. Задача у них поучаствовать, принять участие в этом турнире, понять, что такое соревнование, как это вообще все проходит. Вот. Но программа максимум, это, естественно, занять первое место. Программа минимум, выиграть хотя бы одну складку. Я понимаю. Сергей Николаевич Баканов. Мы представляем спортивный клуб «СОК Петрова Дальня». Привезли учеников немного, зал небольшой. Вот пригласил нас Али, наш друг, наш приятель, поэтому хотим поучаствовать, надеюсь, выступим достойно. Задача, конечно, одна – это популяризация дзюдо, чтобы дети вливались. Это начинающая группа. Вот. Они будут набираться опыта. Ну и, естественно, конечно, всех не удовольствием, количество ограничено. Но задача одна, чтобы наши дети были здоровы, активны, чтобы росли вместе с спортом и повышали свое мастерство. Ягоджиев Магомед Таевич из клуба «Самбо 70». Приехал на данный турнир, посвященный памяти Дегора Кано, как судья, для того, чтобы распространять дзюдо в нашем городе, в городе Москва, чтобы популяризировать этот вид спорта. И буду судить данные соревнования. Надеюсь, все пройдет хорошо и все пойдет на пользу, благо детям, которые будут заниматься этим видом спорта. Я, Тагиров Ахмед Долгатович, тренер из ДЦ «Лотос», город Москва, привел своих детей в борьбу в памяти Дегора Кано в спортивный комплекс Чертаново. Привел детей, чтобы они получили опыт полезных совместных тренировок, дня борьбы, эмоции, естественно, ну и память. Добрый день, Емелина Лена Сергеевна. Представляю школу Олимпийского резерва МК «Шор Юг». Привезла ребят 2013 или 2014 года. Задача наша – побороться, набраться опыта, почувствовать других соперников.
Я Идрис Ислам, представляю клуб «Ансар». Пришли сегодня на такое мероприятие, День борьбы. Для нас это большой опыт. Привез с собой 2013-2014 года ребята, у меня новички. И это очень важно, потому что дети не знают. Первое соревнование у меня, у моих ребят многие, и многие не понимают. После таких мероприятий, которые мы проводим, собирая своих людей, и когда мы выходим на большие соревнования, мы, есть такое слово мандраж, можем перебороть ее с такими маленькими стартами. Хотелось бы выразить слова благодарности организатору такого мероприятия, тренеру Алим Бейли, за то, что он нас пригласил. Будем участвовать на этом мероприятии и хочу пожелать всем удачи. Всем добрый день. Меня зовут Омаров Нажмуддин. Я тренер клуба «Дзюдо Митина». Сюда, в Чертаново, приехали проверить своих ребят. Ребята поборются, посмотрят, на каком они уровне на сегодняшний день. В общем, думаю, польза очень большая от этого старта. Благодарен Али Бейли за организацию этого мероприятия. Ну и всем желаю, как говорится, ни пуха, ни пера. Пусть победит сильнейший. Но главная цель – это участие. Ребята проборются, наберутся опыта. И думаю, всем будет от этого большая польза. Договорились, когда падаем, делаем страховку. Договорились еще? Да. И настраиваемся на борьбу. Приставные шаги. Пошли, давай. Руку опять выставляешь, самостраховку не выставляй руку, дисквалифицируй себя в соревновании. Хорошо, сразу нас знакомим. Держим, руку не отпускаем. Сзади мы нужны, сейчас эту руку сильно туда. Один сюда, вот сюда, сзади. По одному разменяй. Давайте, просто бросайте. Подарим. 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 Подарим
Дубровица, Мухаров, Мурзаев. Победу одержал Дятловский Марк. Турханов Сирашиддин, Мултумаев Зиха. Бег уменьши тебя! Хаджимурадова Дулмали, второе место. Стоит. И Батуай Амон Амир. Давай сюда. Ну, вставай уже. Поднимитесь. Вот. Это первое место. Это второе место. Вот это третье место. Давай. Ну, ел. Молодцы, отборолись. Ой, сейчас я тебе новые. Видишь, как? Вот так, держим медали. Ну что ты играешься? Вот. Вот так. Все. Спасибо. Садый пон.